29-й международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера» станет ярким событием в культурной жизни областного центра. Об этом не раз говорили участники традиционной пресс-конференции. К организации этого мероприятия всегда внимание особое, ведь форум уже давно стал визитной карточкой города над Бугом. А такое звание необходимо ежегодно подтверждать, что и делают организаторы форума. В этом году в афише истинные ценители классической музыки смогут найти для себя много интересного. Организаторами фестиваля традиционно также у нас является Брестский областной исполнительный комитет, Брестский городской исполнительный комитет, Брестское областное музыкальное общество, а также Министерство культуры. Ну, хотелось сказать, что Брестский областной исполнительный комитет по поручению председателя Брестского областного исполнительного комитета Лиса Анатолия Васильевича в этом году также будет финансировать данное мероприятие. Средств будет выделено не меньше, чем мы выделяли эти средства в предыдущих годах. Международный фестиваль объединит на ведущих концертных площадках областного центра более 200 исполнителей из 11 стран мира. Большая программа форума традиционно будет разделена на 4 тематические составляющие. В 2017 году это торжественное открытие, вечер романса, музыкальная Европа. А закроет творческий цикл традиционный рождественский бал. Как всегда, город над Бугом будет встречать и восходящих звезд классического музыкального Олимпа, и мэтров профессионального искусства. Перед брестской публикой выступят виртуозы, пианисты Такаши Ямамото, Витольд Ковалец, Мартин Капчинский. Свою яркую концертную программу в Брест привезут представители нидерландского ансамбля саксофонистов «Саксолот». Откроет творческий форум выступление Симфонического оркестра Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарыкина. Практически все музыканты выступят на брестской сцене впервые. Не получается так, чтобы был он какой-то 29-й фестиваль наш промежуточный. Он получился необычный, и мне так показалось, что раз 30-й будет более широко и ясно, а многие очень музыканты большие, и артисты, и оркестры, и ансамбли запомнились очень хорошо, значит, план такой, что на 30-й будут приглашены все, кто очень запомнился брещанам и всем, кто когда-то бывал у нас, и будут, конечно, новые яркие звезды. А вот что касается 29-го, тогда я решила, что никто не будет повторяться. И вот получился он оригинальный и даже какой-то необычный. В программе январских музыкальных вечеров прозвучат шедевры западноевропейских, русских и белорусских композиторов. К слову, приобщиться к высокой культуре классической музыки можно будет и в городе-спутнике Бреста, в Жабинке. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры. Билеты на международный музыкальный фестиваль «Январские музыкальные вечера» поступят в продажу уже 20 октября. Поторопитесь стать участником одного из главных музыкальных событий года.